9 мая отмечается Международный день семьи. В этот день принято поздравлять всех родных. А так как коллектив «Мозаика» стал для нас большой семьей, то мы поздравляем его с этим праздником, желаем ему процветания и дальнейших успехов. Мы и вас поздравляем с этим праздником и дарим вам хореографическую композицию «Это мы». Мозаики Федосеенкова Николая Вячеславовича. Художественных руководителей Фролову Ольгу Геннадьевну.
подошел к концу, и мы хотим поблагодарить вас всех за то, что вы были с нами. Спасибо за внимание. До новых встреч!